Приветствую вас. Слушайте, если вы ушли со старого места работы, со старого места работы, если вы ушли, то я полагаю, что на это были какие-то свои причины, да, для того, что вы ушли. И то, что вас сейчас зовут на новое место, тут на старое место, да, вот, это совершенно не означает, что тех причин, по которым вы ушли, больше нет. Поэтому мне кажется, что сначала надо вообще исследовать вот этот момент. А почему ушли? А что не понравилось? Что обещают те, кто зовет вас сейчас обратно? Вот, и так далее. Если по факту ничего не поменялось, да, если, ну, условия все те же, то есть я имею в виду, что если все тоже сохраняется, все те же условия, при которых вы ушли, то не надо возвращаться туда, какой смысл, да, вот, то есть вы вернетесь, какое-то время проработаете, и опять вам будет не по себе. Вот. Что касается нового места работы, то здесь, несмотря на то, что мой коллега сказал, да, ну, по поводу того, что там непонятно, да, и неизведанно, вот, он здесь прав, конечно, но, тем не менее, если там вы не были еще, и если нет оснований, думать, что там будет хуже, то лучше идти все же туда. Потому что там все будет по-новому, но зато не будет тех условий, по которым вы уходили с предыдущего места работы. Вот, я думаю так. Значит, по вашему тексту, да, можно сделать вывод, что вы задаете его в раздел эзотерики. Вот. Ну, смотреть. Вот, психологи не смотрят, психологи анализируют. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы вам ответили именно эзотерики, да, то лучше будет, конечно, если вы свой вопрос зададите в другой раздел, вот, а с позиции психологии вам нужно больше информации предоставить для ответа на ваш вопрос, вот, потому что здесь можно поднять тему целей работы, поднять тему восприятия работы, мотивации работать, значит, того, что вы ждете от работы. Вот. Тут все это играет роль, ну, с точки зрения психологии, да, вот где-то вот на пересечении всех этих аспектов лежит ответ. Ну, понятно, что искать его нужно с вами вместе, а не вот так просто. То есть вы, опять же, понимаете, с точки зрения психологии, да, вы переносите ответственность за принятие решения на нас, на психологов, а сами решения принимать вы не хотите. То есть вы сами не можете решить, что для вас лучше. А по какой причине не можете решить, что для вас лучше, вот в чем противоречие, да? Это вот тоже нужно исследовать.
противоречия снимем и сможете спокойно выбрать, что делать. Понятно, да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.